Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Лагерь, и мы продолжаем проходить Half-Life. Остановимся мы на том, что мы убили вот этого симпатичного тараканчика. Да, и мы идем туда дальше, там, разбираться, что к чему, почему, за что, куда и сколько платят. Так, что тут у нас? Патроны. Мусорка. Закрытые двери. Ладно, ничего веселого. То, что у нас? Что тут? Ящики какие-то. Зомби. Так, огонь. О-хо-хо-хо-хо! Припекло. Осознаю, припекло. Куда тут мы вообще идем? Что тут вообще происходит-то? Что это вообще такое? О-о-о! Твою мать! Так, валим. Ящичек валим. Ай-яй, припекло. Что? А, хэдкраб. Я это думаю. Воу-в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 оу. Отлично, загрузка. О, новая глава. Запутанность. Что значит запутанность? Че, теперь я вдвойне не буду знать, куда идти или что? Ладно, окей, на всякий случай сохранимся. Запутанность. Что-то написано? Не дрочить. О, Алекс! Стоянка, мать его! О, стоять! Я ж правильно говорю, ребят. Куда дальше? Я рада, что ты добрался живым. Отлично. Здорово. Отец где-то там, в этом здании. Его будет не так-то просто вытащить. А! Хрень вопрос. Пора уходить отсюда. Погнали. Что за хрень? Ага. Вот это отверточка. Давай, открывай уже. Могла бы мне ее дать, я бы тоже научился пользоваться. Окей, давай, заходи. У меня нет никакой информации. Время от времени они захватывают вортигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины этого места у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Угу. Приготовились? Мы вошли, пацаны. Окей, мы вошли. Что тут? Комната анонистов? Ладно, сюда. О, почему я такими штуками пользоваться не умею? Я проникну в систему безопасности. Хрена. Поищем отца. Хакер хренов. Что это вывезли? Боже мой, бедные люди. Вот. А во! Во. Что ж, похоже, я смогу его вытащить. Так они тут ездят, во. Походу, это и люди, да? Ты чё, охренела? Вот! Он идет. Пошли навстречу. Погнали. Давай, печатай, ты что, тут хакер хренов. Ха, готово, иди за мной. Сейчас пацаны прибегут. Тихо. Блин, стены? Господи, больница упала. Давай. Что, по лицу дать? Погнали, блин. Давай, быстрее, стреляешь так же. Давай уже ломай что-нибудь. Я прикрою твою задницу. Ладно, прямо в смысле слова. Хрена себе. По текстуркам стучать.
Здорово, чувак. Я тебя в Гаррис Моде видел. Гордон, неужели это вы? Не верю своим глазам. Папа, ты цел? Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Мы вытащим тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне. Спасайтесь Нет, сами. Нет, мы не уйдем без тебя. Пошли отсюда! Я могу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. Валим! Да, но куда ты пойдешь? Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Если он успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну, хуже уже точно не будет. Игра не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя. Пошли отсюда быстрее! Мы не уйдем без тебя. Быстрее, быстрее, я в туалет хочу, быстрее. Мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа, мы найдем ее. А пока я отправлю тебя в кабину телепорта. Я не прощаюсь, папа. Встретимся там. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Крошка. О, да, детка. Да я лучше хакерю ногами, блин, ногами, ногами, все нахрен. Пора уходить отсюда. Давай быстрее! Сейчас открываем, а там такие чуваки. Дико так. Ладно, сюда. Я вернусь на пост безопасности и попробую подключиться к твоей рации. Жди от меня сигнала. Окей, окей. Типа я должен... Береги себя. Нет, это я должен пойти по темному сырому туннелю. А, отлично. Как всегда, самое веселое. А, да мать твою! Это эти быстрые хэдкрабики. Это не еды, это быстрые. Я их уже научился немножко различать. Тихо. О! Сработало. Ты в телеке! Попробую расчистить тебе путь. Ищи мосла. Я выведу отца из тюрьмы, а потом догоню тебя. Открывай двери! Кнопкой! Окей, есть. Аллилуйя. Пацаны, кто хочет колы? Да ты по всем телекам! Ты захватил телевидение! О, а меня там покажут, нет? Чайку? Чайку, знаешь так? Тынь-тынь! Я за тебя выпью. Блин. Ладно, не очень удалось. Так, ничего веселого. Ни черта. Коробки, коробки. В этих же коробках ничего нет, да? Жалко, жалко, жалко пчелки. Да блин, что за хрень? Где все плюхи делись? Я открою через секунду. Раз, два, три. Слышишь? Заклинило. Ладно, есть идея. Давай назад в тот кабинет. Ты... Я тебе сейчас в лоб дам. По схеме за полками должна быть вентиляционная шахта. А, вон, вижу. Ща лагерь откроет. Лагерь открыл. Так. О, тут, мать твою, ты бы предупредила, что тут... Нужны легкие ранения. Мать его, женщина. Женщина. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайна впереди. Так, подожди, мне там говорили, что они снимаются, да? Нет. Как мне его, блин, этот? О, интересно, она не на гранату действует, нет? Отлично. Отлично. Еще и всех хэдкрабов раскидал, ну что, может быть великолепней. Я начну работать над воротами. Да твоя секунда! А не, смотри, реально. Чуть-чуть больше секунды, ну ладно, я прощаю тебе. Ага. Черт, взгляни-ка на монитор. Опа! Там третий был, вон он. Это знаете, как по телеку смотришь такой, да? И тут опыт в жизни. Блин, ты круто. Проблемы. Проблемы это у вас, когда вы рожались.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как-то мне говорили, герой пушкой поворотик, да? Хрена! Ну, они мне сняли, конечно, хп по зарез. Очень много сняли, ладно. Переживем, надеюсь. Беспалевно с 80 уровня. Где тут у них там розетка? Черт, я не вижу этой розетки. Оу, крэп. Отлично. Я вхожу, пацаны. Нет, дайте что-нибудь нажму. Ничего не нажимается прям. Слушай, чувак, долго так еще будем с тобой? Рандеву. Ага. Ладно, окей, поиграл, пацан. О! Кто стреляет? Кто стреляет? Кто стреляет? Мать вашу. Вот так вот. Вот так вот. Что это за коридорчик? Прогрузка была. Стойте-ка. Дайте-ка я быстренько вернусь обратно, посмотрю, там ничего нету. А, тут тещик. Ну я ж не могу оставить эту хрень, ну. О! О! Она почти вернулась в меня. Не-не-не-не-не, спасибо. Ты входишь в новый зал управления. Кажется, там все еще кто-то есть. О, турелька. Да, твою! Тихо. Don't panic. Я тут пока тут рядом. Ну. Похоже, к тебе направляется целая куча солдат. Быстрее, обыщи комнату. Тут должны быть пулеметы комбайна. Да что ты так переживаешь? Хватит у меня патронов. Много солдат. Понятие много растяжимое, если что. И куда я пришел, э? Ёпта, сюда же пришел. Я изменю их программу, чтобы они атаковали врага. Нужно защитить комнату управления. Внимание! Обнаружено подключение вирусного интерфейса и перепрограммирование полифазного ядра. Что? Я не могу отключить эти поля отсюда. Когда получу к ним доступ, я тебя отгоню. Что? Сюда идет много солдат. Удерживай форт, пока я не подойду. Форт? Те же мустанг может еще изобрести. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, пацаны. Патронами у меня будет тут напряг. Чё, всё? Это всё наступление? Я ждал немножко больше, а не его. Тихо, 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 тихо. Ого! Пацаны ещё и стрелять умеют. Турельки. А, красавцы, а? Блин, что уже, все? А как же бесплатная медицина в нашей стране? Хрен там называется. Патроны, патроны, патроны. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. А. Отлично. Отлично, отлично. Я бы сказал, великолепно. Так, подождите, а если вот эта хрень на прокнутом кошке попасть в это, он же, по-моему, в этот. Так испарится, ну, рассыплется, в этом смысле. Ну, сейчас, короче, посмотрим. По-моему, они должны так умирать прикольно. Во-во-во-во-во! И растворился. Ну ок. Вертолетик. Все, долетался, пацан.
крылья работают в поте лица. Они же вроде бессмертные, да? То есть их только опрокинуть можно. Я как турелька попасть не могу. Блин, эти турельки настолько косые. Ну, в принципе, как и я. Тихо. Падеж, падеж, падеж. Склонение, рот, число, время. Так. Что, все, пацаны, поиграли, да? Да кто там стреляет, ну? Красиво работает, не, ну красиво турельки работают. О, не-не-не, тихо! Тихо. Только упади. Только... Секунду, Гордон. А ты где вообще? Слышь? О, ты чё, охренел? Прости, что я так долго. Ты вообще не убила, дура? Что с тобой всё в порядке? Конечно, в порядке! Попробуем найти Мосман. С этой станции мне легче будет попасть в мусор. Да ты мне это... Ну тебя нахрен. Вот она. Минуту. Да как она? Избили с пути. Я не по этому поводу. Что у нее на уме? Вы обещали не трогать Илая. О, боже. Я признаю, что солдаты несколько перестарались, но он был слишком заманчивой целью, чтобы просто его отпустить. Особенно за отсутствием Гордона. Вы получили бы Фримена, если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Мне были уверены, что ты вообще за это возьмешься. В наши времена слово «преданность» мало для кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илаю самому встать на вашу сторону. Нельзя же просто... Я знаю доктора Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему ослепили тебя. Чувства? Да при чем здесь чувства? Это же просто... Если Илай поверит в нашу... Этот вопрос не обсуждается, доктор Мосман. Пожалуйста, доктор. Сожалею, Джудит, нет времени. Черт бы ее побрал, я не верю! Да подумаешь, предала тебя. Пошли, Гордон, теперь нам точно нужно торопиться. Погнали. Иди первым, я разрушу следующий уровень защиты и догоню тебя. Окей, окей, детка. Я уже иду. В какую сторону, правда? Сказал бы, влево или вправо, там, я не знаю. Погнали сюда. Хренушки! Погнали туда. Подумаешь, это мама или кто там она предала? Ну, с кем не бывает. С кем, мать его, не бывает. Я ее создам в Гельсмоде и убью. Ха-ха-ха, какой злой. И всем так говно. Так, тихо, нежно. Почему так много, блин, ступенек? Хэдкрабы. Чувак, ты явно пьян, ты не в ту сторону прыгнул. Немножечко не в ту сторону. Ошибся. Подумаешь, кем бывает. Тихо. Сейчас тут кто-то будет. Я вхожу, а? Ага, электрический ток, вот что тут будет. Так. Я понял план наших действий, ребята. Че, идиот ты что ли? Сами поубивались. Ну ок, я что, против что ли? Так. Тихо. Нежно. Так. Погодь-ка. Туда, как я понял, ни хрена не допрыгну. Ну, а если на бочку прыгнуть? Это не считается. Твою. Ладно, окей. Косяк понял. Косяк замечен. Косяк исправляется. Так.
Очень интересные трубы. На них, наверное, никак не запрыгну. Хотя... Тихо, тихо. Я падать, боец духа! Нет, 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 нет. Да куда ж ты падаешь? Нет! Тихо, тихо. Стой, стой, нет! Да! Оу. А тут есть другие вещи. Довольно-таки интересные, кстати. Тихо. Так, 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 так. Нет, 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 нет! Внимание! Да! Так, ладно. Тут есть у нас не только бочечки. Я думаю, это грави-пушка! Чё? Чуть-чуть накосячил. Да! Нет. Чуть-чуть накосячил опять. Короче, смотрите, что я задумал, то есть... Когда я наконец-то понял, что у меня не грави-пушка? Так, то есть я хочу взять вот этот вот ящик. Ящик нужно взять. Поставить его сюда. Эту хрень его немножко протолкнуть. И в итоге... Да он сломался! Внимание! Да. Сволочь! Предательская коробка, блин. Так, значит, попробуем взять вот эту вот хрень. Че, ты не поместишься сюда еще, скажи? Я тебя не помещусь. А эта хрень подвинуть не получится, нет? Такс. Да какого черта он сломался? Да, я все так старался сделать, блин. Вообще что, хэдкраб что ли? Иди сюда. 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 Так. Хорошо. Тихо. Нежно. Поместись ты тут! Нет, ну что ж ты за трап! Глупая, блин, хреновина. Так. Так. Иди сюда. Главное, чтобы эта хрень не сломалась. Аллилуйя! Хрена себе, блин. Ну мать же ж вашу! Давненько не видел зомби. Аж с того прохода. Там, где был этот священник. Кстати, интересно, он умер или нет? Просто так интересно. Вроде он там хорошо отбивался, но вроде там было слишком много зомби. Так, окей, это была плохая идея. Так, тихо, нежно. Халтурщики! Джамшот и рамшота, блин, наняли делать эти потолки. Так. Тихо. И что? А, ну понятно. Отчините, я захожу. Работа для лома. Ничего, ничего. Работа для гравипушки. Объект обнаружен. Блок D8.
Пошла ты нахрен! И 8. Десантироваться и собраться. Десантироваться и собраться. Подмышки помой. Контакт, одноклассники, твиттер, фейсбук. Это все, на что ты способен, да? Воу-воу-воу-воу! Тихо. Ты так не балуйся, Вадимка. Быстрее приготовься. Солдаты повсюду. Все. Сейф. А тут что? А, хпшки. Ну, не очень сейчас сильно нужно. Вот всем оставшимся подразделениям направляться к Дельта 8. Выполняйте. Хрена тут стучат. Как будто дождь вызывают на барабанах. Нет, турельки. Их убили. Как я не предусмотрел. Тебе надо продержаться, пока я не пройду. Вставай, турелька, вставай, 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 родная. Воюй, 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 воюй! А ты тут воюй. Отлично. Воюем, пацаны. Воюем. Так, я уверен, что Алекс вот отсюда вот придет. Ладно, пока. Чё, пацаны? Да что ты так скипишуешь? Господи. Что у тебя так очко играет? Воу-воу-воу. Вот так вот. Я тебе дам! Ты что? Турелька, вставай, 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 вставай. Вставай, родная, вставай, вставай, вставай. Кто? Так, тихо. Don't panic. Ой, вертолетики. Да мне пофиг, что они подходят, у меня турельки. Стоишь, да? Работай, работай. Не зря я тебе плачу. Так. Тих, неудачники, господи. Эд, вставай, 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 потом пить будешь. Где отсюда? А, тут не было. Так, тихо. Похоже, мы разворошили их гнездо. Они лезут отовсюду. Да, ты не видел, как эти муравьиные львы вылазят. Вот они отовсюду вылазят. Как-то хотел сходить в туалет на песке. Жалел об этом целую неделю. Тихо, покемал. Воу-воу-воу-воу-воу. Потом мериться будем. Где патронышки? Ну, патронышки. Так, турельки работают. Ты отдыхаешь пока. Ну все, нормально, все. О! Твою мать! Я тебя ненадолго покину. Догоню больше, как только смогу. Ты куда? Нет, не бросай меня! А хотя иди ты. Женщина меч не убила Люка. Фримен Страж, открытое достижение. Ну ок. Спорим, она там стоит. Где она? А во! Снова! Прости, что так долго. Чёрт-паук. Похоже, тебе нужна была помощь. Нет! Я не брошу. Теперь выследи Мосман.
А помните, мне эта тёлка с самого начала не понравилась. Вот. Вот я бы ей рожу разбил тогда. Вот этой белой. Тихо, стой, подожди, тут видишь, накачаться надо я, качок. Окей, что? Ты где? Стой! Во. Красиво бегаешь. Так, ладно. Думаю, на этом пора закончить. Что будет дальше, вы узнаете в следующей серии. Ну, сейчас у нас стопудово вышибет эти двери. Ладно, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, серия вам понравилась, вы оцените ее лайком. Всем удачи и до новых встреч в следующих сериях. Пока-пока.